Все, до какого-то жучка играем. На саксофоне. Соблазняет жучка. Ага. Так. Ну правда, жучок скучает по другому жучку, оказывается. Да, жучок скучает по другому жучку. Так. Еще раз пойду, можно в книжку посмотреть. Что надо делать, непонятно. Ну, что-то явно надо. Тут они все сами делают. А, они типа общаются так. Можно по приколу глянуть книженцию. Кстати, где она? Вот она. Угу. Что говорит книга? Ой, да тут вообще такие подсказки дают даже. Настолько, то есть. Это прям в этот момент надо сделать. Сиди Аби Сиси АА Диди Би-би-би. Сиди Би Сися Сиди. Окей, попробуем сейчас. Сейчас. Вообще не нажимается.
Я в чем прикол? Все просто так и будет теперь постоянно колбасить эту мушку. Тут будет пупырь-то. Ну ладно. В эту сторону мы ходили. Короче, игрушка учит общение. Сначала внимательно слушайте, потом уже пытаетесь что-то высказать. Так хочется понажимать на эти. Так я нажимаю. Что-то чуть надо сделать. Слизняк. Так. Одна, три, четыре. Понял. Кажется.
кодовый замок. А видишь, слезла. Все, опять в дырку. Да. Она постоянно по дыркам шарится по всяким. Mm-hmm.